горячая линия сделана из обычной финишной цементной шпаклевки. Цементная шпаклевка здесь использовалась для того, чтобы не боялась стена влаги, морозов, так как здесь неотапливаемый балкон. Потолок сделан грота, ну просто белым цветом покрасили. И все, все, и это сделано из финишной шпаклевки. Цементной. Обязательно цементная финишная шпаклевка. Так, грунтуем стены. Грунтовка. Тайфун. Глубокое проникновение. Готово к применению. Здесь стены сделаны, здесь снизу утеплено под окном. Вот под окном утеплили пенопластом. Здесь стена штукатурена была. Ну, мы не штукатурили, заводская, как бы сказать. Прошли здесь сетка, весь балкон прошли клеем плиточным, потому что здесь балкон рамоалюминиевое, одно стекло, холодное, отопления нет. Поэтому здесь все будем делать из цементных материалов. Все, грунтуем. Так, цементная шпаклевка. До такого состояния все будем сейчас на потолок делать гротто, так как потолок неровный, чтоб особо не выводить, не равнять, будет гротто из цементной шпаклевки. Так, полтора, где-то прошло минут 10. Начинаю приглаживать. В принципе, приглаживается. Вот здесь надо чуть добавить, маловато. Вот здесь сейчас добавлю, тут добавлю, и все, в принципе, будет нормально.
Как вот оставляем, чуть-чуть подсыхает, потом приглаживаем верхушки. Легонечко сначала прижимаете, а потом уже, когда хорошо подстанет, тогда же можно чуть сильнее прижать. Thank you.
Штыковка с подсохшей шпаклевкой. Сильно просто получилось. Добавляем линии. Линии прибавляем. Грунтуем. Плинтус наклеили. Все высохло. Грунтуем. Все, и так все стены.
хорошо потолок белым покрасить. И, в принципе, все. Так, чтобы покрасить потолок, стены уже покрашены, потолок вот так вот обклеили скотчем. И все, будем красить белой краской фасадной. Вот такой результат получился. Красить не обязательно аппаратом, можно и валиком. Но если у вас большой объем, конечно, можно взять в аренду безвоздушный аппарат. Линолеум постелили. Конечно, можно было бы еще лучком пройтись, как-то заколеровать, как-то верхушки по-другому, воском покрыть, как мы покрывали там в другой раз. Но человек хотел подешевле, максимально дешево, чтобы было. Поэтому сделали так. Потолок грота сделали, потому что не хотелось выводить все под покраску. Потому что где-то царапинки, чтобы не оставались. Чтобы этого не делать, сделали грота. В принципе, все хорошо понравилось. И заказчику, и нам. И, в принципе, это не затратная работа.